С какого возраста нужно отдавать ребенка в спортивную школу? Главные критерии при выборе спортшколы. Советы родителям от профессионалов. Как выбрать то направление в спорте, чтобы стать успешным? Об этом и многом другом в программе «Город С» 14 декабря в 19:30. Гости в студии Екатерина Чуйкова, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 11, и Сергей Егоренков, тренер по лыжным гонкам спортивной школы Олимпийского резерва номер 11.